Наконец-то находимся на озере Окунёвое, наше любимое озеро. Итак, 2 июля 2011 года. Юрка наловил вот столько рыбы. Итак, сейчас мы посмотрим, как наш Юрий Иванович Тихонов Тихушник будет тихорить рыбу. Такие у нас тут рыбаки, как будто еще и рыбачить умеют. Вот, сейчас, наверное, кто-то из них... О, Юрий Иванович поймал! Вон у него, вот она у него... Ой. Ну это такое здесь у нас, такое маленький, это не считается. Такие мы выпускаем. Да. Где он бегает? Бери, дурак. Бери. Есть! Поймала! Не, вот это хороший уже! Это такой мелкий такой окушок у нас! Ну, такой миленький такой наезд! На него такой вот! Нифига себе миленький! А где такой маленький, кажется, вообще? О! Смотрите, здесь другого цвета, они здесь зеленые. О, какой! Тогда вот туда, чтобы зайти. А что это за расщепление? Какой хороший вообще. Ну сколько? Ну грамм 400. 350. А тут все 2 килограмма, блин, а тут все уменьшает, да уменьшает. О! Вот, дорогие телезрители, вот так вот мы здесь и рыбачим. Почему-то на глубине не берут, доходят до бровки. И на бровке берут. Сейчас Юрий Иванович будет ее отпускать. Эту рыбку. Он такие вот мелкие не бьет. Если бы у него на удочку бы клюнула такая. Ну, семья Тихоновых, поймает или не поймает? О! Юра, пошел. Вот он родимый. Головой, что ли, да? Ну что ж, Юрий Иванович первый поймал рыбу. Руками. Придется его поцеловать. Куда? Попу. Начинается попу. Возьму удочку. Александр пошел показывать мастер-класс. Саша, объясните, на что вы ловите? Ну вот это вот. Итак. Это мое богатство, конечно. Саша, смотри, красиво я снимаю. Вот. Дорогие телезрители, посмотрите, Юрка набрал все, что блестит. Вот нет, мы все, что нужно. Все, что блестит, все, что нужно. Нет, вот посмотрите, дорогие телезрители, на что ловит Александр Профессионал. Вот такая вот у нас. Вот она вот есть, она вот здесь вот есть. Больше мудрить ничего не надо. Вот показываю, дорогие телезрители, сейчас я иду, забрасываю и ловлю семгу. Окуня. Полосатый. Да, окуня. Показываю. А? Да. Горбатого сюда.
Вот. Иду. Олечка, холостой пробег. Делаем легкий проброс. Дорогие телезрители, далеко не забрасывать не надо. Леска у нас мононит. Катушка, кобра. Вот, спиннинг. Говно. Спиннинг, говно. Мононить, конечно. Ну, спиннинг немножко поломано, но то чепуха. Вот. Ветер у нас встречный. Но мы даже далеко забрасывать не будем. Мы забрасываем тихонечко. Лежит рядышком ее. Вот, меня забросили. Метров так 2. Вот. И делаем на себя, как говорится, потяжечки. Что у нас получается? Буквально в проводку. Буквально метров 6 или 7 мы сейчас проведем. И будет удар. Вот, смотрите. Смотрите? Да, смотрим. Вот он, удар первый. Удар есть, вот она. Вот рыба у нас попалась. Видите, да, дорогие зрители? Ушла. Ушла. Вот, у нее. Ушла. Вот он, вот он. Оля, стой. Вот это удар. Вот это даже гнется все, Вот видите, дорогие телезрители. Поднимем вверх, получше. Дорогие телезрители, вот он. Вы расщеперился, господин. А то я его не вижу. Я сказала, горбатый. Такой средненький, вот он идет к нам, вот он. Он небольшой, дорогие телезрители, поэтому мы его сейчас тут же и отпустим. Вот. Вот такие вот, если бы клевали бы у нас на речке Куя, на удочку, то мы бы там, конечно, рады. Были королями. Да. А так это мы его, мой хорошенький. И как мы все время говорим, позови бабушку, дедушку, прабабушку. И вот так вот потихонечку. Оп, он быстро ушел. Очень быстро ушел. Ну ладно. Дорогие зрители, не волнуемся, мы сейчас поймаем еще одну рыбочку. Вот. Ольга что-то там потрошится, а рыбку складывает. Ты затянула узелок? Подними рыбку. Опа! Вот он, удар произошел, и я тяну окуня. Окунь, вот, конечно, на Сашу уже переключаемся на Сашу. Вот этот хороший, этого берем. Мы таких окуней берем. Вот он какой. О! Вот это уже окушок уже хороший. Дорогие зрители, посмотрите его на уровне моей мордочки. Вот он. Вот такой вот он у нас по величине. Да, хороший. Вот, мы его берем, естественно. В руку. Аккуратненько. Да. Вытаскиваем. Чтобы не поранить. У нас она близко. Мы его немножко отодвинули. Не нужен нам зимник, потому что он не сильно зацеплен. Ну, надо показать зрителям, как это все делается. Вот. Саш. Зажимаем ему жабры, он тем самым открывает рот. Вот он какой, вот. Поймать не могу. Теперь мы блесенку немножко откидываем. И я несу его ложить в садок. Такую рыбу Юра будет чистить. Да. Вместе с Ольгой. Согласен. Вот. А Саша будет ее жарить. А Саша потом будет немножечко ее возьмет и отвезет домой. Ольга Егоровна. Чищенную. Хуху не хуху. Поезду. Поезду. Что, тащишь? Подними его вверх, чтобы видно было. Поднимай. Вот. Вот, взвешиваем мы рыбку, которую наловили. Вот. И Юрка взвешивает, сейчас будет взвешивать самого большого окуня. Вот, я подойду поближе, чтобы было видно. Юр, давай. Не может попасть под жаберную крышку. Вот, попали мы и смотрим. Сколько у нас получается? 400 грамм. 0,40. Вот такой вот. Вот такие все окуни. Окунишки. Посмотри. Вот у нас они все 400, такие. 400-450 грамм. Вот, дорогие телезрители, посмотрите. Это Оля поймала. Это Олечка поймала. Олечка поймала. Моя Олечка поймала. Хорошо.
Вот, дорогие телезрители, Ольга вам сейчас покажет, какую рыбу мы поймали. Ольга показывает. Вот она какая, вот, как ее прет так.